Ну что ж, я думаю, вы уже устали слушать меня в плане официоза и хотите послушать команды, которые здесь представлены. Так вот, начнем мы с команды из города Харькова. Я надеюсь, что ее хронология будет отличаться от ее названия. В том плане, что название у команды «Полчаса». Полчаса, когда нас многовато, у нас есть регламент. Соответственно, согласно регламенту, встречайте. Первая команда фестиваля «Хрущ 2015». «Полчаса» Харьков! Хотелось бы обратиться к вашим городским властям. Постройте вы в Чернигове метро. Удобно ведь, правда? Но для этого нужно население, минимум 1 000 000. Ну с этим-то мы им поможем, верно? Вообще-то у меня парень есть. Его аватарки ВКонтакте набирают 128 лайков за час. И это без фотошопа. А я выкапываю 3 мешка картошки за час. И это без лопаты. Так, успокоились? Сюда. И, внимание, как раз в тему миниатюра о картошке. Первый парень на селе копает картошку. Аля! Шо? Це для тебе. Все-таки з твоего огорода картошку ворую. Все мы учимся в агроуниверситете. Кстати, это Миша. Как вы заметили, хорошему танцору лопата танцевать не мешает. Миша может показать любую дискотеку нашего вуза за 10 секунд. Внимание! И это только декан. Кстати, мы очень смело шутим про наше руководство. Да, мы без стипендии учимся. Хотелось бы поговорить о названии фестиваля. Хрущ напоминает нам блондинок за рулем. Почему? Повылазили, летают и врезаются во что попало. Ну, сейчас я с тобой вообще не согласна. Я услышал женское «не согласна». После всего, что мы испытали... Кис, прости. Мы не останемся друзьями. Ты вообще кто такой? Я мечта всех девушек. Вот недавно я был на чемпионате мира по пикапу. И что? Ну как что? Ни одной цыпочки так и не удалось меня закадрить. А ты сам хоть одну закадрил? Ну так и быть. Мастер-класс пикапа от Артемочки. Привет, тебе кто нравится? Ну, Потап. Кстати, я недавно была на его шоу «Голос». Он так и не повернулся. Ну ладно. Держи. Видишь, ты на сцене. У тебя свой альбом. А чего бы ты с этим чумачечем добилась, ну я даже не знаю. Привет, а тебе кто нравится? Брэд Питт. Мы идеальная пара. Мне тоже. Может, хватит наших девушек подрезать? Я разберусь. Похоже, это батл. Разве это танец? Смотри, как надо.
Всех заинтересовала фишка с пальцами. Так вот, А значит Артемочка. А значит артрит. А теперь все вместе. А все вместе. А значит аграрка. Так, я вообще не поняла. Значит, аграрка и му? Тихо, тихо, это ко мне. Если в зале есть тёлочки, значит, на сцене я, Артёмочка. До меня дошел слушок, что брутальные крошки визжат от двухколесного транспорта. Но решил я прокатить свою с ветерком. Сижу я, короче, на раме и говорю ей: вкручивай давай, я ветерка не чувствую. А у нас миниатюра индус с хорошим чувством юмора. Дорогой, что ты делаешь? Есть теория, что горячие цыпочки просто теряют сознание от гитары. Ну, дал я своей по горбу. Ну, горба как и не было. А у нас очень гламурная девушка на ферме. У тебя есть борода? Я скажу тебе да. Если бороды нет, то какой твой ответ? С недавнего времени я не езжу на свидания к девушкам. Это они ко мне приезжают. А знаете почему? 3.50 маршрутки. А сейчас стоматолог с нестандартным подходом. Вжу-вжу-вжу, веселая пчелка. Вжу-вжу-вжу, веселая пчелка. Доктор, а наркоз можно? А я уже принял. Вжу-вжу-вжу. Семейная пара, которая всю жизнь грызлась, после выпадания зубов начала сосаться. А у нас курьезный случай. Артемочка на охоте. Бах, зайка. Бах, козочка. Бах. Дерзкая киса. Да, дорогой. Принесите волыну любви, а то к моей зайке какой-то кабанчик подсел. А следующая миниатюра для тех девушек, которых хоть раз в жизни в друзья добавлялся какой-нибудь Мухаммед. Случай в Кавказской школе. Случай в Кавказской школе. Вы что, побрились? Точно. Станок для учителя. Решил я устроить своей девушке романтический ужин. Ну, сидим мы, короче, с ней в столовке пивзавода. Я так горячую окрошку китайскими палочками эротично ковыряю. Ну, а как ей еще намекнуть, что у меня специфические вкусы? А у нас случай в сельском баре. Thank you.
Бармен, а чё у вас такой шейкер большой? Осторожно, трубочка на третий столик. Третий дальше. Но я настолько суров и брутален, что когда я смотрюсь в зеркало, оттуда на меня смотрит такой зашуганный лох. А у нас географы устроились работать на стройку. Михалыч, шо? Где молоток? Где-где? В Караганде, Магаданте в лоб. Михалыч! Какого ханоя ты разорался? Несу уже, несу. Забивай, тяжело ж держать, а? Габон, Гана, Гондурас, Иран тебе в Америку. Повезло, что ты не филолог. Спасибо всем тем, кто остался с нами. Спасибо всем тем, кто остался с нами. Герой одного известного фильма после приглашения на север ответил: нет уж, лучше вы к нам. Так вот, дорогие друзья, мы очень рады, что мы приехали на север Украины. Спасибо! Итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Команда КВН «Полчаса». Город Харьков! И неожиданное наблюдение после их выступления, после одной из их миниатюр. А я и не знал, что столь многим девушкам в Чернигове в друзья стучался какой-то Мухаммед.